В преддверии столетия остинского футбола во Владикавказе открылся турнир среди детских клубов. Такое мероприятие в республике проходит впервые. Приехали 11 самых сильных команд со всей России. Главная цель – обмен опытом. Матчи будут исключительно товарищеские. Сегодня прошла церемония открытия среди почетных гостей легенды футбола, а также известные комментаторы Матч ТВ. Они подарили капитанам команд сувениры и отметили, уровень детского футбола растет с каждым годом. Матчи надо только выигрывать и играть с позитивным настроем. Команда соперников хорошая, но мы все равно сильнее. В любом случае, такие турниры сейчас нужны. Причем, насколько я понимаю, достаточно спонтанной была, но невероятно точная идея провести этот турнир. Тем более в таком по-настоящему футбольном регионе. Я уже об этом говорил. Да, уж где-где, а здесь футбол любят, в том числе детский. Это важная такая разница. Одно дело профессиональный футбол, другое детский. Здесь на детский футбол приходят и бывшие профессионалы. Вот этих талантов выискивать — это как раз очень важный возраст, 11 лет. Когда у них уже по-другому головка работает, они уже начинают думать не только о себе, но и о команде.